Куда мы с вами пойдем? Возвращаемся к этим пещерам. Значит, что? В 87-м году в полной такой информационной как неоповещенности, очень скороспешно, непростые приехали военные. И радикально так подошли они к этой, к решению, то есть задачи. Заложили хороший заряд взрывчатки и бахнули так вот, уж больше 30 лет прошло с тех пор, 35. И вот до сих пор это некое табу. Нам, ну мы понимаем, что зона заповедная, что какие-то работы, ну, ежегодно запросы отсылают. Ну и почему-то очень категорический отказ. Ни епархия не благословляет, ни светские власти не разрешают, а руки-то как чешутся. Вот единственное, что могу сказать вам про те тоннели глубинные, мы сейчас пойдем на них посмотрим обязательно, а как же. Так, а вот тут я, смотрите, что вам покажу. Вот мы что видим уже. Вид сверху. Видите, звонниц нет уже, колоколенки нету, все, разрушили ее. Зато вон там кто лысинка-то блестит, вон он, Владимир Ильич есть. Вот в пору дом отдыха отдали собор под клуб, там клуб был, а в алтаре крутились вот киноленты. Так вот, огромное количество людей местных рассказывают про эти тоннели, ну, как правило, одно и то же. И эти свидетельства, они после военного периода, вот эти все люди, будучи детьми, подростками, своими бабушками, дедушками, спускались туда, в эти самые глубинные тоннели, ну, и рассказывают следующее. На какую-то удивительную глубину они опускались. Видели там вырубленные кельи в известняке, видели иконы вырезанные. Как один все утверждают, что они проходили отрезок тоннеля, где с потолка, со стен капала и стекала вода. Вот эти все люди нас пытаются убедить в том, что они этим тоннелем проходили под рекой и выходили аж... Вот на том берегу есть населенный пункт Копанище, и там лесок. Вот в том лесочку выходили. Ну, а вот это не могу вам не показать. Вот это. Вот это что такое? Наверное, кусок бивня. Кусок бивня, ну да. Только это зуб мамонта, настоящий. Да, вот так корешком он садился, а вот этим вот, вот этой поверхностью он жевал. Видите, она какая ребристая, как башмак подошва рифленый. Ну, чтобы лучше пережевывать травку. Вон вот этот пятачок. Он очень знаменит. Ну вот видно вам, он маленькая речка, в большую впадает. Да, маленькая река Тихососна, одна из самых чистых рек Воронежского края. Впадает в дом. Запоминайте в интернете, посмотрите фотографии. Спелеологи, знаете, да, спелеологи? Такие чуть меньше двух лет назад маститые спелеологи. С самого Санкт-Петербурга сюда приезжали с кучей вот этой робототехники, дронов, я не знаю, как правильно называются. И вот на наличие пустот, они тут все с месяца они на монастырских харчах тут трудились. Что сказали? Во-первых, сказали, что под нами карстовое озеро. Во-вторых, сказали, что вот этот известняк порода вязкая, не так хорошо просматривается, нежели песчаник. Но вот этот кряж меловой, это некая такая грибница. В разном направлении идут тоннели и ходы. Вот о чем я вам говорил, вот как это сейчас выглядит. Вот вход в те самые тоннели. Метров 20 можно пройти, а потом может, ну, может четвероклассник может еще метров 8 дополнительно пролезть. Заканчивается все крупной расщелиной, в которую видно, тоннель уходит вниз и куда-то влево. Вот. А это был. И я там был. Но делать там нечего. Так, пойдемте. Пойдемте дальше. Вот все, что постарее здесь, поржавее, все это было прямо непосредственно здесь найдено.
Что поновее, конечно, это уже более. Ну, про войну вам ничего рассказывать не буду. Война — это жутко. Царствие небесное, вот воин, советский воин. Судьба этого воина, она, конечно, однозначная. Скорее всего, снайперский выстрел сразу на вылет. Ну, мгновенная, конечно же, смерть. Идем дальше. Ну, есть, конечно, вот у нас винтовка Мосина. Она еще в Первую мировую войну себя хорошо зарекомендовала. Ну и до сих пор используется. Вот этот вариант, он у нас был с оптикой. Это была снайперская винтовка. Вот это что такое? Это пистолет-пулемет Шпагина. Мы папаша его называли. Ну, тоже серьезное оружие. Так, ну есть благословение, если кто желает, может сфотографировать с собой. Можно даже с пулеметом. Пулемет Дегтярева. Почему было восстановлено? Ну, правильно, потому что было разрушено. Кем, когда рассказываю вам? С конца 20-х годов, 20-го столетия. Ну, время было трагическое. Оно не минуло Дивногорскую обитель. Было казнено здесь 18 человек, братья в монастыре, кого-то расстреляли, кого-то утопили в Дону, кого-то впоследствии словили вот близ располагающихся Алексеевки Белгородской, Острогожске, Воронежской. Мы умучили там в лагерях, в ссылках, разрушили звонницу, колокольню, уничтожили монастырскую библиотеку. На территории монастыря организовали дом отдыха для советских трудящихся с такой главной достопримечательностью — пещерой, вход в который был десятилетиями открыт, свободен, доступен для всех желающих. И то наследие советских времен, оно очень широко и ярко было там представлено. Вы сможете в этом воочию убедиться, мы туда с вами пойдем. В 1924 году при впадении в Дон реки Тихо-Сосна была выловлена рыба. Звать ее белуга. Весом 930 килограмм. 246 килограмм с ее только одной черной крылья. Вот такой глаз. Там на фотографии эти рыбаки какие-то рыбы поймали. У них такие же там глаза, как у этой рыбы. Потом дочь ее поймали, 178 килограмм. Вот я хожу все с удочкой, внучу думаю, не ловится. Внуча. Так, храм Рождества Иоанна Предтечи, 17 век. Пока идем с вами, хочу с вами поговорить о пещерах. Вот мы идем сейчас, это такая галерея внешних тоннелей. Но все самое загадочное, все самое потаенное, в том числе и для нас самих, находится как минимум в глубине вот этой пещеры. Все дело в том, что вход в те самые глубинные тоннели в 1987 году был искусственно военными завалами после трагических событий. Страшилок вам никаких рассказывать не буду. Статистика с 81 года такова. Нет-нет, да-да, пропадали люди. Об этом расскажу, может быть, чуть-чуть попозже. Вот у каждого немецкого солдата была, казалось бы, ну, пустяковина, на зажигалку похожа. Что это такое? Хлорница. Зачем она нужна, хлорница, этому солдату? Воду. Ну, Бог знает. Воду бросать, наверное. Я вам так скажу. Долгое время солдат приходилось находиться в окопах, чтобы насекомые не заводились, просыпались на одежде швы. И сидишь, тебе ничто от стрельбы не отвлекает, ты сосредоточенно вкушаешь тушенку от немецкого производства, а насытившись, садишься в автомобиль марки «Фиат» и едешь достопримечательности оглядывать. Не могу вам об этом не сказать. Целая колония мотылечков там живет. Да. И те, кому они помогают выжить, эти мотылечки. Ну, примилые создания, зря вы так противные только. Мордашки у них
и острые коготки. Но если уж сидит эта мышь летучая, не надо на нее орать так. Ну и не надо спрашивать, как дела у нее, здоровье. Просто мимо проходим тихонечко, и все. Так, вы готовы? Пойдемте. Там темно, вы фонарики-то включайте. Или свечи зажигайте. Так, пойдемте. Не поздно не смотрите. Ну, пещерных-то храмов в России не так уж и мало, но пещерных храмов, где есть алтарный тоннель крестного хода, таких не очень много. У нас есть, туда пойдем сейчас. У вас есть удивительная возможность. Древняя христианская святыня. Во-первых, поблагодарить Господа за то, что сподобил посетить это место. Во-вторых, ну я потихонечку, у нас немного, потихонечку что-то буду вам рассказывать там. А как же? А вы можете за родных своих помолиться и за державу нашу российскую, за войско православное. Обязательно закрывай дверь для полного погружения. Так. Можете, батюшка благословлять, можете фонарики на мобильных телефонах, можете, вот там свечи есть, вот там горят лампадочки. Можете затеплить свечи, с свечами пойти. Да, пока вы все делаете, не могу вам не сказать. Пещеры, они будут... Есть... Издание уникальное, это подлинник, это не репринт никакой. Газета «Правда», 41-й год, 10 мая, сразу после победы выпуск. Вот они, участники той самой мирной Ялтинской конференции. А вот тот выпуск «Комсомолки» — это 41-й год, 24 июня, с товарищем Сталином на главной полосе. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни сы вся исполняй, сокровище благих, и жизни подателю приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Вот на этом стенде все принадлежало немецким и венграм. Я вам не сказал. Вот с 41 по 45 год госпиталь, да, но за исключением некого периода, со второй половины 42 года по начало 43 эта территория была оккупирована. Но не немцами, мадьярами, венграми, которые здесь лютовали, сверствовали хуже немцев. Да? Вот откуда мы спустились, вот они ту стратегическую высотку они заняли, а наши советские части располагались на той стороне Дона. И вот только в 43 году мы их выбили с помощью авиации. Там если подняться, там до сих пор следы окоп, воронок. И вот. Фотография. Что мы тут видим-то? Вот это что такое? Это люди все. Это все люди. Ну, видим, что одноколейка вот эта, она была уже. Это железнодорожная ветка, она у нас Харьково-Балашовского направления. Ну, и вот в деревянном исполнении колокольни, звонницы, братский корпус. Тут дом странноприимства был, гостиница. Внимание, непростой отрезок нашего маршрута, древние ступеньки, в некоторых местах истерлись до основания, будет небольшой, но крутой подъем вверх, и сразу будет резкий спуск вниз, пожалуйста, внимание. Спаси, Господи, любовь Твоя, и благослови настояние Твое, победы православных христиан,
добродетельная Дарья, и твои сохраняя крестом твоим жительство. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, поведы православным христианам нас обративная Дарья, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Так, ну есть страшный, конечно, экземпляр, целая серия немецких штык-ножей. На некоторых из них зарубки, знаете, что означает, да, на ноже зарубка? Ну, количество, да, убитых. А есть еще времен Первой мировой войны, принадлежащие немецким офицерам. И тут и шпага, и палаши, и меч. Да. Но самый-то главный здесь экспонат, конечно, не это, не это, и даже не вот это. Вот он, наш Василий Теркин, наш солдат. Всех победил. Устал, присел, закуривает. Так, ну и вот куда мы, собственно говоря, выходим. Вот. Шестикрилых сущностей, Серафимы они зовутся, они наиболее приближены к престолу Божию. Сверху восхождение Духа Святого в виде голубя. Господь десницей правой рукой благословляет, а влево у него веточка лилии. И у Богородицы лилии. Лилия считается богородичный цветок, символ целомудрия и чистоты. А уж если мы с вами вспомним и Священное Писание, Господь именно про эти цветы что говорил? Ну, примерно следующее. Взгляните на лилии. Они не работают, не ткут, не прядут, одеваются так, как не одевался и царь Соломон во всей своей славе. Возможно, Господь пытается сказать, что на каждом своем творении сугубо промышляет. Чего уж тут говорить о душе живой, о человеке, созданному по образу и подобию Божию. А каждый из нас многоценен в очах Господа. А каждый из нас сугубо промышляет. И вот насколько уж изначально было великое предназначение у человека жить на земле, славить Господа, радоваться, в мире, в любви со всеми пребывать. Ну, игуменом у нас теперь отец Алексей. Вот в бессмертном полку этого дедушка и бабушка, они сражались за освобождение Воронежской земли. Это их реальные боевые награды. А есть также вот муляж, муляжи, конечно же, всех тех наград, которыми награждались советские воины в годы Великой Отечественной войны. И старый млад отправили сюда, в Малые Дивы, где мы теперь на поиске этой иконы. Искали ее здесь, но вот здесь ее не нашли. Ну, правильно сказать, что не здесь явила себя чудотворная икона, а все-таки в Дивах Больших. 3,5 километра отсюда, там музей-заповедник. Пускай вас это не смущает. Там есть пещеры, и мы точно знаем, там проистекала молитвенная жизнь. Там жили и работали Господи монахи. Так вот, над входом в пещеру в расщелине явила себя чудотворная икона. Люди, помолившись, сняли икону, пошли с ней крестным ходом. Разум смерть прекратился, отошло тут же по ветре от Воронежского края. Свыше 30 таких масштабных массовых чудес было явлено впоследствии от той самой чудотворной иконы. Почитание иконы было в то время, ну вдумайтесь сами, 1858 год, 20 тысяч человек участников крестного хода. 1862 год, 60 тысяч. Сейчас едва ли Великорецкий крестный ход собирает такое количество. И Божьей Матушке было уникально. Вот смотрите, фотограф выщипнул, что называется, фрагмент такой панорамной съемки. Вот эти все люди пришли, приехали на лошадках, на тележках, кто пешком, чтобы принять участие в крестном ходе. А проявление народной любви еще выражается в чем? Люди третье название икони придумали. Знаете, как звали? Матушка Исцилийская. Давайте смотреть, что на иконе.
касается дальнейшей судьбы той самой чудотворной иконы, в 1938 году она отсюда вывозится в город Москва, выставляется в одном из московских музеев. Все из музея она исчезает, и мы до сих пор не знаем, где эта икона. Единственное, мы знаем, что во второй половине 19 века с той самой иконы было изготовлено 4 изначально ранних списка. Потом их стало гораздо больше. Вот один из списков, вот она ушла, матушка, крестным ходом сейчас. Вот она у нас тут в монастыре. А вот они, вот тот сам, вот после, вот туберкулез, сотрудники туберкулезного этого санатория. Вот встречают Дед Мороз у них стоящий там. Вот встречают Новый год. Так, ты я вам все рассказал. Вот он в кинотеатре. Вот он. Ну, уже и не похоже это на территорию обитель, да. Это, скорее всего, как больничный такой, больничный двор или, ну, какой-то классический вот, гипсовый вазон советский. Да. Ну. Так, я вам сказал, что находился здесь в 30-е годы до отдыха для советских трудящихся. Вот он, пожалуйста, фотография. Дивногорье, 39-й год, вот они наши, может, бабушки, дедушки наши советские, как шарики на елках, вот они располагаются. Иконы здесь все новые, с таким антикоррозийным покрытием, потому что влажность свыше 70%, и все другое остальное съедает вот та зеленая. Но не думайте, что это плесень. Спелеологи утверждают, что это водоросли, мох такой. Так, ну и обязательно, я не могу вас отпустить вот без вот этой информации. Маленько рассказать про икону Сицилийской Божьей Матери. Я вам говорил кому-то из вас, что согласно преданию, икона была принесена сюда двумя схемонахами в конце XI века с Сицилии. Долгое время о ней не было ничего известно, а вот в XIX веке она себя являет самым чудным, дивным, чудесным образом. Как это происходит? На фоне жуткого поветрия была эпидемия холеры в то время. Она коснулась не только Воронежского края, многих регионов России. Жутко было, потому как убедительной такой панацеи не было, люди умирали массово. И вот был такой Каратаяк неподалеку, населенный пункт, небольшой. Там, что ни на есть, был мор. Люди умирали, и жила там старица, ее звали Екатерина, фамилия у нее была Коломенская. Вот ей в том, она молила Богородицу о избавлении людей от этой болячки смертоносной. Ей в тонком сне является Богородица, в том образе, как она изображается на иконе. И наказывает Богородица старец, чтобы смерть прекратилась. Отыщите в обители мою икону, пойдите с ней в круг города крестным ходом, не то все помрете. Это старица в храм Божий утром дня следующего, бегом. При скоплении людей все это рассказывает. С людей никто не усомнился в ее словах. Небольшой городок, люди друг дружку знали. Знали, кто как живет, чем живет, кому можно доверять, а кому и не стоит. Написано так. Что нечистое не может войти в Царствие Божие. Господь, по велице милости своей, нас тут, посылай нам вот эти болезни, искушения, скорби, чистит нас, светлит здесь, готовит к более тонкой духовной жизни, которая, безусловно, вне зависимости от того, верим мы и не верим, она гораздо реальнее жизнь в духе, нежели чем вот эта плотяная жизнь. Почаще причащаться святых тайн, примириться с ближними, простить все обиды и самому испросить прощения. Тогда не то, что там по нашим заслугам, да не будет такого, конечно, великому милосердию нашего Создателя. Мы можем надеяться, что в той самой более тонкой духовной жизни мы будем недалече от божественной любви и славы нашего Господа Творца предстоять и находиться. Мороженое, состоящего коровьего молока, сыр. Можете там что-нибудь еще чем-то порадовать. Во! Можете с пулеметом стрелять. Ну, экипированные эти солдаты немецкой армии, они были гораздо серьезнее, но вот так выглядела каска немецкого солдата. Тут можете посмотреть, и металл не металл, и кожа не кожа. Но
несмотря ни на что, ничего не помогло. К греху поползновенно. А сейчас нас вообще пытаются сделать какого-то откровенного потребителя. Все заботы только материи, волосы, ногти. Время покупать, время потреблять. Побежали, а то не успеем, и этого есть, тебе тоже обязательно надо. Вот отцы, которые молитвенную жизнь проводят, говорят так: крайнее оскудение веры в людях, крайнее оскудение любви настоящей, жертвенной, не вот это вот ты мне, я тебе, если ты мне не, то я тебе не. Вот эти признаки они указывают чуть не на последние времена сотворения мира. А еще говорят, что вот эта плотяная жизнь земная нам дана для того, чтобы мы дарованную нам волю свободную, чтобы мы ее своим произволением направили на то, чтобы сочетоваться с Господом, примириться с Ним, стать его соработниками в этой еще жизни, посредством покаяния, посредством дел милосердия, посредством безропотного перенесения вот этих скорби, житейских негораздов, болячек.